Так, ну что, ребят, на станции Выхино мы находимся. Вот наши главные герои. Всем привет. Собравшись. Да. Сегодня. Едем на 95-й километр, Шатурский район. Вот, став наш. Подготовились основательно на 2 дня. Едем. Надеемся на улов. Все. Всем пока. С места событий будет еще репортаж. Продолжим. Все, ребят, подъезжаем. 90 километров. Еще 5 километров. Надо проехать, да. Вот так мы расположились здесь. Люди вон. Жарко, жарко, ребят. Ну хотя бы не 32. Обещали 32, сейчас уже прогнозы изменились на 30. Почему мы очень рады? 2 грамма. Все, давайте, бывайте. Ну он природу снимает и рассказывает. А что я могу рассказать про хорошую природу? Ну, здесь Владимир уже был. Правда, он пошел вправо. Не канонично, да? Мальчики должны налево ходить. Во, пошел вот туда. А, вот, есть фонари. Ага, спасибо. Вот. Ну, а, собственно, мы сейчас пойдем в ту сторону. Дачные угодья. Бородине. Так, загоняем Лешу в лес. Леш, давай, бодрее. Левой, левой. Раз, два, три. Ну, посмотрите, лесочек какой хороший. Он усталь, совсем усталь. Сосенки, березочки. Красота. Так, ну что, Леш, я в лес. Ищите меня там. Ой. Ой, запах-то какой хороший. И ветерочек, кстати, есть. Вообще норм. Угу. Отлично. Они ходят у вас? Ходят. Маршем. Они знали, что Вова приедет. Отлично. Готовы. Сосновый мушпит начнется. Вот в сапогах. Ну, у нас сейчас везде муштра. Вон гриб растет первым. Да. Ну, я такой, нет. Шампиньон? Это какой-то из трутовиков. Есть трутовик, да, серно-желтый, который съедобен в молодом своем, в молодой ипостаси. Так, ну земляничка вот, кстати, да, есть, вот, уже видел, спелую. Но красиво. Угу. Ой, прекрасный лес просто. Ну все, лес, держись. Мы идем. Вот это цель наша, ребята. СНТ Вишенка. Только хардкор. Грибы не там. Да, ну мы сейчас став сбросим. Вот видите, добро пожаловать. Все дела. Оценка, вот 10 из 10, видишь, видите. Образцовое товарищество. Внимание, не мусорите, поросенок замечательный, хрю-хрю. Не будь хрю-хрю. Отличная социальная реклама. Так. Детей надо. Дрова колотые, береза. Угу. Телефон. Понятно. А почему вы СНТ Вишенка так тихо? А где соседи? Куда делись всех соседей? Они все на местах. Никто не пилит ничего. А жалко, лежат спят. Ага. Как вампир. А ночью косилки достает. Да, зной. Ну завтра вроде уже полегче будет. Да, народ меньше стал, в принципе. Добрались, ребят, до дачи мы. Становочка у нас тут. Просто прелесть. Вот грибы первые нашли. Вот, да, а вот здесь, да, давайте еще походим, поищем. Тут говорят, еще красненькие какие-то растут. Там и сапоги грибные. Вот ежики. Да, там ловим. А, так может это был грибник? Может там вы отжали у него добычу. Вот, мухоморчики растут. Это кто это? Мышонок. Мышонку плохо, да. Вот тут
Грибник явно был какой-то. Бабушка нас гостеприимно приняла в своей вотчине. Вот такая вот замечательная дачка. Сейчас мы тут остановку сделаем небольшую и пойдем на разведку. Какая красавица бабочка. Можно ванную вот принять с уточками. Это Лёша, наверное, тут в детстве болтыхался в этой ванной. Вот. Ну ладно. Прекращаем эфир. Фу, ребят, мы наконец-то вырвались в лес. Вот, подходим уже. Было непросто. Вот Лёша уже в эквипе. Вот да. Такой вот прокачанный. Вармар. Почти, да, почти грибник. Вот, топаем, топаем. Смотрите, сосенки с березками ждут нас. Дождя, говорят, не было недели две. Так что... Но это нас не останавливает. Да. Мы не ищем легких путей. Будем сушеные грибы сразу собирать. Готовы уже. Да. Все нормально. Ну ладно, поехали. Выходим на тропу войны. Ага, а тут заборчик. Так, ну ладно, сейчас преодолеем. Как только вошли, грибов пока что нет, но есть черника. Ее много. Она уже созрела. Очень вкусная, но мелкая. Сухая. Сухая. Конечно, сухая. Ребят, сушь. Вообще, просто все сухо. Нифига нету пока что. Абсолютно просто. Невозможно тут грибам расти. Но зато, вот смотрите, какое мы... Какое дерево поваленное нашли. Так, вот Лёша говорит. Утверждает. Утверждает, что нашел грибок. Ну да. Что это? Ну это первый гриб. Ну первый гриб, да, даже за тобой бесспорно победить. Вы посмотрите, сколько черники. Ну это просто море. Может мы за черникой пришли, а не за грибами. Нам, не знаю. Ну посмотрим, может это маме с бабушкой чуть-чуть на выходе. Можем подсобрать. Три. Не больше. Хорошо, ровно три яга. Ладно, поехали. Посмотрите, ребят, сколько черники. Просто букеты. Лёша пасется. Да, ну с грибами, ребят, вообще, то есть шансов особо нет у нас. Очень сухо. Ладно, погуляем хоть. Ну такой сосновый бор. Красивый, конечно. Да? Ну давай, давай попробуем. Положиться на твои инстинкты. Но я бы им не слишком доверял, конечно. А где ты дорогу-то видишь? А вот. Это дорога? Вроде бы. Ладно. Как скажешь. Похоже на дорогу? Ну, пусть будет по-твоему. Мы грибы собираем сегодня. Не смейся только. Я сейчас должен ёбнуться. Тихо-тихо, не смейся, не смейся. Нормально, нормально, выглядишь хорошо. Ты в кадре, все хорошо. Ты нормально выглядишь? Прекрасно. Очень странно, ребят, но грибов здесь почему-то нет. Да. Ура!
Поздравляю. You win. Ой, аккуратнее с грибами. Он говорит. Да. Корзина сисадмина наполняется веточками. Да. Не будем показывать. Ладно. Ну, какой-то прогресс. Мы уже хотя бы куда-то прорвались. Не знаю, к грибам ли, но к приключениям и новым испытаниям это точно. Вот. Не нашли, но вот такой замечательный муравейник нашли. Вон они трудятся. Тут у них очень оживленный трафик такой. Это магистраль, наверное, основная. Вон, смотри, какую добычу тянут вдвоем, видишь? Угу. Добыча. Ребят. Так, ну пока что вот у нас миленькая черника. Вот. Как-то так. Земляничка немножечко. Вот. И наконец-то хоть что-то. Дело чести, так сказать, мы нашли лисички. Вот, наверное, сухие, но хоть что-то. На безрыбье-то, правильно? Ну, вообще лес, конечно, пуст. Вот Лёша ударился в поиски сразу, у него азарт пошел. Да, конечно. Ну вот, ну нормально, хорошо. Все ж не с пустыми руками. Смотрите, еще лисички найдены. Сейчас мы еще потом стоп-кадр сделаем. Вот, вот они молоденькие, хорошенькие. Красота. Ну вот. Ну да. Ну вот еще пара лисичек, ребят. Ну мало, но все равно мы рады. Мы рады и такому улову. Учитывая такую засуху тотальную просто. Вот. Это хоть какая-то удача. Нормально, пойдет. Гуляем, природой наслаждаемся. Вон Леша медитирует. Птички поют. Слушайте, какая прелесть, а? Сущенки красивые такие вот. Лепота. Ну, мы выбираемся уже потихоньку, ребят. Так прогуляли, сколько мы... часа... около трех всего, да? Да, здесь так. Ага. Нормально, нормально. Ягод подсобрали. Немножко лисичек пойдет. Пора возвращаться на базу. Ребят, очередного ужа спугнули. Куда-то он вот сюда уполз. Вон он. Я не знаю, видите? Наверное, нет. Зума нету. Ну, парень, не бойся, пожалуйста. Дай нам тебя заснять. А где он? Лёх, ты не видел, куда он уполз? Ну полз-то он в эту сторону. Ну, может нору какую? Угу. Ну, скорее всего в нору какую-то нырнул. Все, мы его фиг отыщем. Ну ладно. Так, какой-то грибочек я тут нашел заодно. Вообще похоже на масленок, Лёх. Угу. Он самый. Вот такой вот. С одной стороны уже подкопченный, конечно, ребят. Но тем не менее. Ты это масленок разве? Да. Прикольно. В общем, три пачки. Готовимся к чревоугодию. Вот Лёша заправляется ацетоном. Или что это? Ну, в общем, средство для рожика. Magic. Да. Magic people, voodoo people.
девушки нам помогают активно. Мы тоже стараемся в меру сил. Ну все. Столько грибов принесли. Ох, еле дотащили. Чистили сколько? Да. Ну, смысл. Ну все, обязанности мы самые. Сложную работу переложили на женские плечи, как обычно у нас это принято в стране. А куда снять-то? Это Лёшин шашлык, он будет помидоры есть, а мы мясо. Что дегустируем? Нажарили мясо. Так, Лёха, первый. Пожалуйста. А, ты гости. Конечно, люди. Ну, господа, ваше здоровье. Да, пить на господа здоровье. И господа мы. Господа мы? Ну и товарищи. Дискриминации. Хочу посмотреть, как вкусно вам. Да, нам замечательно. Ведь уже смотрю, как на здоровье. Ну-ка, погнали. Хук. Следующий уже, я чувствую, там с локтя будет, там с шашки. Сабли с пластиковой. Так как? Так маринад как? Не очень острый. Перцы нормально, лимоны нормально. Не, какой. Все супер. Я волновалась. Спасибо большое. Хорошо.